В этом видео расскажем, как работает карьерный пул в новом маркетинг-плане BDC. Компания формирует карьерные пулы от всего товарооборота для вознаграждения партнеров. При выполнении условий партнеры делят между собой этот доход. Таким образом, у нас появляется внутренняя мотивация не просто в личном карьерном росте, а также и в развитии своей команды и в масштабировании компании. Если вы смотрели видео о карьере, то уже знаете, что всего есть 13 квалификаций, которые мы получаем при достижении товарооборота. И вот начиная с квалификации Emerald, мы принимаем участие в пулах. Важно поддерживать объем ежегодно. Всего компании предусмотрено 9 пулов. Каждый пул – это 1% от товарооборота. Таким образом, компания выделяет из своего товарооборота 9%. Пулы распределяются каждые 7 дней между участниками. Достигая все новых и новых квалификаций, мы дополнительно попадаем в новые пулы, а их процент суммируется. Например, мы достигли квалификации Emerald и вступили в пул, получаем 1% от товарооборота. После мы хорошо поработали и достигли уже следующей квалификации – алмаз. Теперь мы вступили в еще один пул и дополнительно получаем 1%, итого 2%. То есть мы перешли в новый пул и сохранили позицию в предыдущем. Соответственно, при достижении максимальной квалификации Grand Ambassador мы получаем все 9%. Таким образом, компания дает нам возможность получать доход от деятельности других активных партнеров, так как процент в пул выделяется от общего товарооборота. Так компания создает общую команду, заинтересованную в общем успехе.